Друзья, я приветствую тех, кто еще не спит, и тех, кто уже проснулся. Что я могу сказать? Видео будет у нас посвящено акустическим системам Victor SX-L9, но я буду рассказывать не все, что планировал рассказать, ввиду того, что пока еще... либо они мне просто не понравились по определению, либо нужно что-то менять в усилении, в источнике, то есть как-то чего-то крутить, вертеть. Вот. У меня так уже бывало не раз, когда первое смазанное впечатление потом выравнивается после того, как найден виновник, почему она там сразу не заиграла, по крайней мере, так, как мне захотелось, и так дальше. Короче, надо еще изучить вопрос до конца, то есть попробовать. Вот у меня, в принципе, варианты какие есть. Я могу сюда поставить 9-е усиление и источник от Victor, то есть это Сидюк 900-й и 900-й усилитель. Посмотреть, как родня с родней будет играть. У них, конечно, года выпуска разные, тоже может по-своему сказаться, потому как явно концепция этих акустических систем отличается от того, что мы с вами привыкли рассматривать как акустика от Victor. То есть это те же там 900-е, 1000-е, FX9, да, то есть вот такой стандартный набор акустики от Victor. Вот, это акустика 2003 года выпуска. Стоила она прилично, за каждую колонку просили 630 тысяч йен. И в принципе 2003 год, это уже можно сказать, что 100 йен это $101, да, то есть соответственно
пара колонок стоила 12 тысяч долларов в начале 2000-х годов. Вот. Ну, то есть это и тогда было прилично, и сейчас. А если прикинуть, что те доллары, понятно, что они в рублях меньше стоили, но сама суть покупательной способности, да, то есть на сегодняшний день это уже даже и не 12 тысяч, а там и 15, и 20, и так дальше. Ну, то есть, короче, какая-то такая очень, очень и очень существенная цифра. Вот, в трех словах я все-таки скажу про колонки, но сильно распинаться не буду, потому что, повторю, у меня так случается, что видео, в котором идет обзор, негативное впечатление о вещи. И, ну, ладно, если оно такое остается, ну, значит, вот у меня такое мнение, нет проблем. Но когда оно потом меняется, то есть, что переснимать обзор, поэтому я здесь просто поделюсь первыми впечатлениями и какими-то такими основными тезисно моментами по устройству этой акустики. Значит, по размерам динамиков низкочастотник здесь 12 дюймов идет, а среднечастотник 18 сантиметров. Это сколько? Это у нас типа 7 дюймов, да, получается? Высокочастотник 2,5 сантиметра, то есть получается, что дюйм. Чувствительность у них 90 дБ, они 4-омные, то есть достаточно сложные для контроля. То есть усилитель надо заведомо приличный. Ну, вот. Ну, впрочем, акустика стоит немалых денег, поэтому тут по определению. Значит, вес каждой колонки 70 килограмм, то есть они очень такие плотные, несмотря на форм-фактор столбиков. Кстати, я что-то то ли не написано, то ли не посмотрел объем, надо посчитать объем литраж корпуса. Ну, достаточно емкие, я так вам скажу, то есть они в глубину больше, чем в ширину. Ну, не буду вставать. Вот, значит, из фишек здесь получается, что низкочастотный диффузор – это бумага, ну, точнее сказать, целлюлоза, очень плотная. Среднечастотник – это алюминий, он покрыт золотом натуральным, то есть не шутки, да. Он со смещенным центром, то есть, ну, это, в принципе, и видно, что купол находится чуть выше от центра, да, визуально. Ну, то есть у него там, если смотреть картинки, у него даже корзина идет со смещением. Вот, то есть, ну, они так решили, что так вот оно, короче, лучшее будет. То есть для распространения звука там 5-10. Вот, высокочастотник здесь углеродный графит. Ну, условно, это как бы не керамика, да, то есть, ну, углерод. То есть, ну, углерод не в смысле карбона, а вот тот самый углерод, который, короче, условно алмаз. Также с напылением золотом. То есть, ну, золото здесь не просто для цыганской вычурности, оно как-то там вот положительно влияет на звук. То есть, особо не расписано как, но написано, что, в общем, мы нанесли туда золото для того, чтобы было вообще все по всему, короче. Вот. Передняя панель 38 мм толщиной. Вверх боковые стенки 30 мм, задняя стенка 25 мм. Ну, то есть достаточно плотный корпус. Шерстяная набивка внутри в виде поглотителя. Альника, магниты на среднике, про высокий не написано, на низкочастотном, судя по фотографиям, феррит. Вот. Из интересного у них развесовка по кроссоверу, то есть раздел частот. Низкочастотник уже перестает участвовать в звуке на 200 Гц.
То есть среднечастотник у нас работает от 200 Гц до 3 кГц, и уже с 3 кГц тянет лямку высокочастотник. Ну, вот, то есть такая развесовка, скажем так, не часто встречающаяся в трехполосных системах. Вот, может быть, это создает свой некоторый эффект, который мне, ну, не то что не нравится, я не могу сказать, что мне прям не нравится, как они играют, да, но тем не менее хотелось бы как-то вот чего-то другого. Может, просто уже какая-то усталость под утро, не знаю. Но изначально я включил достаты в моменте ЦАП D70 эзотерик и транспорт P0. Я их включил к эксклюзивам, которые вот прячутся там сейчас за Викторами. Вот, включил. Ну вот я, в принципе, вам на видео включал этого. Ну, вылетел это с башки, как его. Ну все, уже это. Уже утро, уже шарики, ролики. Все это. Где он тут, наш товарищ-то? Вот он, Роберт План, господи. Вот, потом я включил Паганини, и вы знаете, я несколько раз пытался включать этот диск, ну и как-то играет и играет, то есть пиликают и пиликают, не цепляло, но вот эта связка Authentic, то есть эзотерик, ЦАП транспорт и эксклюзивы, блин, я просто не мог выключить, то есть я просто наслаждался этим звучанием. Там не просто скрипка, то есть там, ну, как бы композиция под скрипку, но тем не менее там и другие инструменты, то есть и рояль или пианино, не суть, то есть и гитарка, там еще что-то. Ну, короче, очень объемно, очень так как-то эмоционально. Ну, короче, прям вот кайфанул, короче. И на этой же музыке я включил Виктора, и как-то вот разрешение подупало. Все какое-то такое стало, оно не то чтобы стало хуже, оно стало даже комфортнее в чем-то, ну, объективно комфортней, как бы, может, там чуть мягче или еще чего, но перестало увлекать, то есть вот оно стало играть, как вот я до этого включал, что, ну, типа, да, играет, и как бы и ладно, то есть, ну, грубо говоря, нужно себя заставлять слушать, а там именно вот прям лилась песня. Вот, ну и так вот первые выводы, что мне не очень нравится, то есть подпровалена серединка, в принципе это неплохо, но еще как-то вот, знаете, грязновато вот это все так звучит на этой серединке, то есть непонятно, то есть к высоким вопросов нет, к низким по большому счету тоже, есть вопросы к серединке, то есть оно... Какие-то композиции неплохо играют, то есть как-то и, ну, и убедительно, и все там прочее, полноценно, да, а некоторые, ну, вот как-то, как-то, знаете, слишком вот слипшееся, что ли. Ну, возможно, кстати, невозможно, а скорее всего, это эффект, собственно, конусного среднечастотника, я их... не люблю с тех времен, как познакомился с купольной акустикой. Но, опять же, это, возможно, такой... Ну, не знаю, насколько здесь этот... как он там, эффект выжившего или чего там, да? Ну, то есть, просто мне купольный среднечастотник больше нравится, да? Он менее информативен, но он, получается, что более эмоционален. То есть, он выделяет... вот какую-то основу, что ли, звука, да, то есть, а по сравнению с ним, с конусный среднечастотник всегда звучит, ну, более, как бы, он вроде более информативен, но в то же время более грязно звучит, как-то более давящий такой звук, что ли. А здесь еще и видите, как среднечастотник этот, он же мидбас, да, то есть он с 200 Гц до 3 кГц, то есть вот эту какую-то такую основу на себя тянет. От этого, может быть, у меня такие, ну, то есть, не самые благоприятные впечатления. То есть это, в общем-то, не говорит
ничего ни хорошего, ни плохого, да, ни за, ни против. Просто это мои какие-то личные предпочтения, да, ну и, собственно, впечатления с этим связаны. Вот, ну и вот повторюсь, что хочу попробовать Викторовский комплект сюда цепануть, посмотреть, как оно будет. И думаю, попробовать неплохо было бы, наверное, Denon SX1 комплект, сидюк и усилитель. Я думаю, что они тоже, ну то есть по уровню, точно по классу подходят. И, возможно, они концептуально сюда подходят больше, потому что они наверняка обладают какой-то более высокой, что ли, прозрачностью, там, контролем, еще чем угодно, да, то есть, ну, вот пока так, то есть, да, колонки красивые, колонки дорогие, необычные, там, 5-10, они слушабельные, то есть, если так вот говорить, что без какого-либо опыта или претензии на то, как должно быть, они, безусловно, играют хорошо. Безусловно. Но я пока от них не получил того, что хотелось бы получить от колонок такого уровня. Кстати, хочу сказать, что отчасти они играют похоже по стилю, вот как Боуэрсы играли. 801 Nautilus. Я не буду говорить, что это то же самое, абсолютно нет. Но общее такое вот впечатление, то есть это такой условно давлеющий бас. Здесь он, конечно, в меньшей степени выражен. Во-первых, и корпус закрытый, и динамик меньше размером. Но он здесь такой, знаете, активный и, ну, довольно хорошо проработан. Вот, четкие, высокие и такая вот серединка. Но там как-то все это было чуть по-другому. Там, конечно, акустика другого класса все-таки. То есть, но схожесть есть. Именно, знаете, схожесть в том, что эта акустика лишена вот этого японского почерка, что ли, да. То есть, как будто бы она такая уже европеоидная, условно, да, то есть концепция именно японского звука в ней не наблюдается. Опять же, это не хорошо, не плохо, это просто, ну, как минимум, первое впечатление. Ну, а дальше будет дальше, и будем посмотреть, как смогу ли я изменить свое мнение и что для этого придется сделать. Это будет так вот, первая серия, скажем так, знакомства.
ребята, вот сейчас даже вот в конце, да, вот гитарная партия, почему она в жопе? То есть есть низкие, хорошие, плотные, все, есть высокие, прозрачные, все там разложено. Но гитара, блин, как будто ее засунули в подвал куда-то. Но я знаю эти композиции, я понимаю, что гитара здесь, ну, не может быть уж так сильно глубоко засунута. Но ее почему-то туда засовывают эти колонки. Ну, по крайней мере, вот сейчас так. Посмотрим, что будет дальше.